Необычный формат праздника выбрали в Новосибирске, объединив два значимых события минувшей недели – Всероссийский день хоккея и День волонтеров. Товарищеский матч с участием добровольцев, депутатов и местной любительской команды прошел в Кировском районе. О том, как это было, Александр Шерудило. Тот случай, когда спорт в прямом смысле объединяет. Вместо противостояния здесь дружба, а вместо конкуренции – общее дело. Во всем мире отмечается День добровольца, а в этом году праздник обрел дополнительную значимость. Ведь вклад в борьбу с пандемией не только медиков, но и волонтеров невозможно переоценить. У нас сейчас проходит общероссийская акция «Мы вместе», акция взаимопомощи, которая очень необходима на данный момент и нашим жителям, и необходима и врачам, где также мы участвуем вместе с волонтерами, вместе с добровольцами, помогая и нашим врачам, помогая тем, кто действительно сегодня нуждается в этой помощи. Мы видим, что это движение, движение волонтеров, движение добровольцев, оно очень востребовано и очень нужно. Предматчевая церемония полностью посвящена волонтерам. Они получают заслуженные награды и благодарности. Многие пришли в добровольческое движение совсем недавно, но сделали это от чистого сердца, не пожелав оставаться в стороне в это непростое время. Доставляем обеды в больнице для ковид-бригады. Сейчас такое время, почему не помочь людям? Предложили, я согласился. Работа на самом деле... Организаторы матча, фонд «Общее дело», Общероссийский народный фронт и депутаты Кировского района. Совместные спортивные мероприятия для этой не только на льду слаженной команды не редкость, а праздничная атмосфера матча привлекает местных жителей к занятиям спортом. Вот это уже стало доброй традицией. Благодаря этому потом ребятишки приходят в секции по занятию хоккеем, девчонки на фигурное катание. Соответственно, вот так вот и развиваем массовость. А тем более в преддверии чемпионата мира молодежного по хоккею у нас в Новосибирске. Я думаю, что это вообще пойдет на пользу. О предстоящем молодежном чемпионате мира здесь говорит почти каждый. Ведь для волонтеров предстоящий форум – еще один шанс проявить себя и помочь родному городу провести турнир на высшем уровне. И добровольцы готовы выучить хоть несколько языков, чтобы принять участие в этом событии. Мы уже учим по-двойному. А я еще и немецкий. Да. Я тоже немецкий. Я испанский и английский, поэтому... То есть с этим, мне кажется, проблем не должно.